прибежище для женщин, хранящих свою невинность. Они живут здесь по строгим правилам, став невестами, угодными Богу. Сестры, сегодня мы принимаем еще одну заблудшую овцу. Она преклонила колени пред светлым ликом Господа. Причиной тому страдания. Нас никто не заставлял избрать путь монашества. Страстная жажда веры привела нас к воротам аббатства. Сейчас позвольте представить новую сестру, госпожу Мою Такигаву. Поприветствуй сестер. Я Майя Такигава. Рада видеть вас. Мы живем по строгим правилам. Свод правил, регламентирующих жизнь сестер в аббатстве, состоит из 73 пунктов. Недопустимые. Прелюбодеяние, убийство и воровство. Обещаешь выполнять наши правила? Да. За их нарушение ты будешь наказана. Я объясню значение наших одежд. Белый цвет означает невинность. Черный – аскетизм. Аскетизм – исследование правилам. Вот единственный путь – стать невестой Господа. Это комната монахини с хора. Их ранг выше, чем у помощниц монахинь. И не забывая о вежливости. Рада вас видеть. Майя? Удивлена? Ничего, со временем привыкнешь. Если вдруг ощущаешь внутри соблазн греха, начинаешь бичевать себя. Вот зачем нам кнут. Иисус Христос родился. Родителями его были Мария и Иосиф. Бедные крестьяне. Иисус был зачат непорочно. Так он пришел в этот мир. Муж Марии Иосиф был хороший человек. Он не говорил никому, но собирался бросить семью. И вот однажды, во сне, ему явился Господь. Иосиф, сын Давида, не бойся взять Марию в жены. Ребенок зачат непорочно. Сказал Господь, что имя ребенка будет Иисус. Прими его и мать его, сказал Господь. Пророки давно знали об этом, ибо Господь известил их: «Не прелюбодействуй». И если даже мысленно возжелаешь женщину, ты уже совершил прелюбодеяние. Грех прелюбодеяния является самым тяжким. Одного помысла об этом достаточно, чтобы вас сочли отступницей. Мы, монахини, должны блюсти наши тела и души в чистоте и невиновности. У меня вопрос. Задавай. Что Иисус говорил о тех, кто совершает прелюбодеяние?
Они хуже животных. Их нужно арестовать и казнить. Они будут наказаны, и справедливость восторжествует. А госпожа Батиса? Да, сестра Такегава. Если бы наши родители не согрешили, мы бы не родились. Удивительный вопрос. Вспомни о непорочном зачатии. Оно возможно? Не оскорбляй Деву Марию. Она забеременела, потому что у нее был любовник. Как ты смеешь? Незачем кричать. Если не занимаешься сексом, ребенка не родишь. Дева Мария девственница. Ты ее оскорбила. Ее словам нет прощения. Выгоните сестру Ишиду. Мы не хотим учиться с помощницами монахинь. Выгнать их. Подождите. Нельзя осуждать всех нас из-за сестры Ишиды. Мы пришли сюда, потому что веруем. Что привело ее сюда? Совершенно непонятно. Аббатство. Место, в котором не действуют законы общества. Возможно, и вы не девственницы. Какая наглость. На сегодня все. Мы выгоним тех, кто делал порочные заявления. Урок окончен. Не спится? Давай выпьем. Я рада, что ты здесь. Хорошо, что есть девушка с твердыми убеждениями. Забавно встретить в аббатстве такую, как ты. Претенциозные женщины меня раздражают. Давно хотела посмеяться над Батисой. Сестра Ишида. Даже в шутку. Пить виски ночью – это уже слишком. Аббатство больше похоже на тюрьму. Твои родители набожные и респектабельные. Почему ты так вульгарна? Отец владеет барами и горными клубами. Мачеха, видно, решила избавиться от меня. Поэтому я оказалась здесь. Сестра Ишида, тебе нужно прилежно учиться. Родители пожелали, чтобы тебя перевоспитали здесь, в аббатстве Святой Хлоры. Они заплатили вам. Кстати, кто донес на меня? Не смей говорить так, сестра Ишида. Бог все видит. Употребляя алкоголь, не станешь хорошей монахиней. Ясно? Ясно. Значит, новая сучка. Вы всегда так много работаете. Не всегда, но очень часто. Это касается лишь тех, кто не может платить деньги. Очень несправедливо. Нас плохо кормят. Я совсем исхудала. Как вкусно! С ума сойти! Давно так не наедалась. Быстрее! Нам не поздоровится, если застанут здесь.
Как вы? Лучше сегодня? Спасибо за твою заботу. Что вы, это моя обязанность. Помощница монахинь такие занятые с тех пор, как я заболела. Не беспокойтесь, мы приготовили еду. Рады позаботиться о вас. Мария, Мичико. Майя, кто дал тебе это? Мама. Значит... Да, я дочь Мичико, Шинохаре. Только не говорите о Батисе. Я пришла сюда по собственной воле. Вы знаете что-нибудь о матери? Как она умерла? Где мой отец? Я не знаю. Она была доброй, хорошей женщиной. Снова шпионишь? Хочешь выслужиться и добиться повышения? Не называй меня шпионкой. Что? Убирайся отсюда. Уйду, как захочу. Но сначала тебя накажу. Не лезь ко мне, подружка. Прекратите драться! Бесстыжие девчонки! А если кто-то увидит? Подумайте о нашей чести! Грязь скрыть невозможно! Замолчи! В наказание получишь 3 дня карцера! Сестра! Как ты? Это тебе из нашего сада. Спасибо. Как отец? Врач сказал, что он больше не сможет работать. Мне нечем помочь, ведь я служу Господу. Но я постоянно молюсь за нашу семью. Сестра, ты так изменилась? Разве? Я словно с незнакомкой разговариваю. Как закончу школу, пойду работать. Мама хочет, чтобы ты вернулась.
отец умрет, если его не положить в больницу. А для этого нужно 100 тысяч йен. Твои молитвы не приносят денег. Кейко, не будь такой. Какой кошмар. Что такое? Из моего ящика исчезло 50 тысяч йен. Ты уверена? Их украла одна из монахинь. Из тех, кто убирает мою комнату. Не нужно думать о худшем. Собери всех послушниц. Деньги? Что это? Ужас! Они словно животные. Воровка могла спрятать их под одеждой. Воровка? Вы говорите, как полицейский. Давайте разденемся. Добро пожаловать, отец Кокинума. Аббатство Святой Хлоры на хорошем счету. Управление достойно всяческих похвал. Образцовое аббатство. Все это стало возможно только благодаря вашей пламенной вере. Спасибо. Я отмечу это в своем послании папе. Что такое? Святой отец. Похоже, ты расстроена. Расскажи мне, я слушаю. Святой отец. Святой отец. Я украла деньги, принадлежащие аббатству. Я согрешила. Родители были против моего ухода в аббатство. У меня очень большая семья. Мы жили впроголоди. Но я хотела служить Иисусу. Отец понимал меня. Сейчас он болен. Убирая комнату аббатисы, я случайно наткнулась на деньги и подумала об отце. Я взяла их, сама не понимая, что делаю. Святой отец, накажите меня. Я страдаю. Я предала Господа.
И до сих пор еще здесь, в аббатстве. Только тот, кто без греха, может бросить камень в грешницу. Знаешь эти слова Иисуса? Он не накажет тебя. Святой Отец, что это значит? Верни украденное. А это для твоей бедной семьи. Спасибо. Тебе стало легче? Да. Твои страдания исчезли, не оставив следа? Да. Потому что Господь со мной. Он простил меня. Никогда. Господь не будет с тобой. Ты исповедалась, и вина твоя растаяла, словно снег. Но Господь никогда не будет с тобой. Разве Господь спасает людей? Разве было такое в истории человечества? Тогда почему? Почему никто не ждет Бога, который придет и накажет? Святой Отец! Какая мерзость! Господи, почему люди занимаются такой мерзостью? Словно собаки. Скажи, брат, твоя девчонка точно придет? Конечно. Она ведь хочет меня видеть. Почему же тогда она пошла в монахини? Может, кино не смотрелось? Может быть. Привет, брат. Это твоя подружка Майя? Да, она монахиня. Какой сюрприз. У меня появилась забавная мысль. Интересно? Для тебя что угодно. Могу даже в монахини пойти.
Здравствуйте. Здравствуйте. Тут спит монахиня, которая истосковалась по сексу. Доставьте ей удовольствие, а я подожду здесь. Хорошо. Ладно. Бежим. Кто мы? Подождите. Сюда. Подождите. Майя, я восхищаюсь твоей смелостью. Ты привела мужчину в женское аббатство. Она в моем вкусе. Ты мне льстишь. Быстрее, пошли. Пока. Быстрее. Что вы тут делаете? Гуляем. Не видели незнакомых? Нет. Майя, пойдем в часовню, помолимся. Извините. Госпожа Батиса, что случилось? К вам кто-то забрался? Успокойтесь. Расскажите, что произошло. Я отчаянно сопротивлялась. Но они силой. Они... Я хранила свою девственность 32 года и 4 месяца. А эти мужчины силой взяли меня. Мужчины? Мужчины? Значит, то были мужчины? Абатиса, Риоко видела в коридоре Майю. Она была с неизвестными. Правда? Да. Было темно, но я разглядела их лица. Отведите Майю в зал наказаний. Мы должны искоренить семя Иуды. Матушка! Матушка! Майя! Я ухожу в чертоги Господа. И расскажу тебе всю правду. Ты должна перейти в другое аббатство как можно быстрее. Я до сих пор ясно помню ту ночь.
Не могу забыть. Даже если пытаюсь. Я стояла в тени и все видела. Я видела, как непорочная женщина превращается в дьявола. Мичико должна была стать Абатисой. Но однажды нарушила дисциплину. Нынешняя Абатиса стала пытать ее, беременную. Она была словно дьявол. Это случилось 25 декабря, в ночь на Рождество. Когда она повесилась, родился ребенок. Я дал ребенку на память четки матери. И отнесла его в город. Майя, это была ты. Не знаю, кто был твоим отцом. Больше мне ничего не известно. Майя. Значит, это ты. Я не прощу вас. Но Мичико сама виновата. Она совершила тяжкий грех. Забеременела. Я была вынуждена защитить честь аббатства. Не желаю слушать. Майя, тебе сейчас лучше уйти. Вернешься, когда душа твоя умиротворится. Ты вернешься. Нечего дурачить меня. Кто был моим отцом? Скажите, я не знаю. Почему? Вы должны знать все, что тогда произошло. Майя, дорогая, перестань. Здесь Божья обитель. Божья обитель? Ты должна уйти. Куда? Я вернулась туда, где родилась. Хочу видеть, как это прогнившее аббатство будет уничтожено. Уверена, так и будет. Может выгнать мою Токигаву? Ей слишком много известно. Тогда устройте ей церемонию посвящения. Ни в коем случае. Ее мать, Мичико Шинохара. Она ваша дочь. Мне страшно. Перед нами предстал грех, совершенный 18 лет назад. Одетый в мантию монахини, она пылает ненавистью. Прошлое. В прошлом. Ты очень ревновала Мичико.
ненавидела ее. Да. Мы с Мичико вместе ходили в школу, вместе крестились. И сюда тоже пришли вместе. Мы всегда шли одним путем. Но она затмевала меня. И хотя мы были равны, я всегда оставалась ниже ее. Я была несчастна. Когда Мичико забеременела, я уехал. Отправился в Рим, в школу. После моего отъезда ты осталась наедине с Мичико. Значит, вот как ты заняла свое сегодняшнее положение. Да, правда. Наконец-то я победила свою соперницу. Мои руки в крови. Святой Отец, я ненавидела Мичико, потому что вы ее любили. Она старалась выжить ради любви к вам. Я сошла с ума. Ревность сделала меня холодной и безжалостной. Тебя я тоже любил. Да. Любили. Но я не уверена, истинна ли ваша любовь ко мне. Любовь — это лишь иллюзия. Тогда ради чего вы живете? Господь. Я жду Господа. Даже если моя жизнь будет подобна аду, я все равно буду ждать, когда он придет. Святой Отец, вы же помните Нагасаки. Даже в Освенцине он не пришел, чтобы спасти нас. Почему Господь не явился людям, молившим о помощи? Майя не остановится в желании отомстить. И грядет ад. За то, что вы предали Господа. Ад. Готовь церемонию посвящения Майи Господу. Что вам нужно? Хочу извиниться перед тобой. Я напрасно страдаю. Уже целых 18 лет. Я расскажу о твоем отце, дабы искупить грех. Но когда ты узнаешь правду, в тебе закипит ненависть. Ненависть к отцу? Да. Твой отец, святой отец Какинума. Священник?
Это правда? Да, правда. И он приказал избавиться от твоей матери. Это ложь. Ложь! Нет, правда. Взгляни на море. Оно не меняется. Здесь твоя мать встретила свою любовь. Она влюбилась без памяти. Она забыла о себе во внезапной вспышке любви. Для меня нет возврата. Я прибыла, чтобы помочь аббатству Святой Хлоры. Меня зовут Натали Грин. Ни один факт нарушения дисциплины не останется без внимания. Я чувствую малейший запах ведьмы, прислуживающей дьяволу. Я выявлю всех ведьм и уничтожу их. Прошу не распоряжаться от своего имени. Что это значит? Это мое аббатство. Я здесь распоряжаюсь. Святой отец Кокенума так не считает. Он прислал меня. С этого времени будете следовать моим распоряжениям. Хисако. Ты беременна? От кого? Скажи, от кого? Где священник? Сейчас придет. Вы изгоните Хисако? Тебя это не волнует? Понятно. Ее ждет та же судьба, что и твою мать. Хисако беременна от твоего отца. Ты дитя Рока с проклятой кровью. Обреченный отпрыск священника и твоей матери.
Отступник выдал себя сам. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ударившему вас по щеке, подставьте и другую. Отнимающему у вас верхнюю одежду, не препятствуйте взять и рубашку. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Не судите других. И не осуждайте. Прощайте их. И благословляйте. Ведьма умрет ночью. Скажи спасибо, что я выбрала рождественскую ночь. Этот яд отправит тебя в ад. Вот, твой последний ужин. Когда ты попадешь в ад, я буду в объятиях отца Кокенуме.
Вы не знали обо мне. А я думала о вас все эти 18 лет. Не зная, что вы чудовище. Вы спали с собственной дочерью. Вы совершили смертный грех. В ночь на Рождество. Боже. Господи. Бог, ты. Ты Бог. Не знаю. Такой же ночью, 18 лет назад, моя мать умерла ужасной смертью в этом аббатстве. Вы будете страдать всю оставшуюся жизнь. Это мой рождественский подарок вам. Господи, теперь я тебя вижу. Ты ужасен. Господи, наконец-то. Перевод. Неку 64. Фильм озвучил Ворон.